Руководить мэрией Тарту продолжит реформист Урмас Клаас. А центрист Адам Уст, вероятно, станет новым председателем городского собрания. Накануне представители двух политических сил подписали коалиционное соглашение, в котором закреплены основные положения об управлении студенческой столицей на ближайшие 4 года. Реформисты получат посты мэра и 3 вице-мэров. Центристам достанутся место председателя горсобрания и 2 вице-мэрских кресла. В коалиционное соглашение вошли практически все предвыборные обещания партии «Реформа». Центристам пришлось отказаться от нескольких обещаний, например, от бесплатного общественного транспорта и бесплатного школьного питания.